Мои дорогие, всем огромный привет! Я сейчас готовлю ужин. У меня здесь рыба. Юра мне ее тут нарезал, почистил. Ну, немножко тут хвостики оставил. Я сейчас буду убирать. Надо убрать. И сегодня буду тушить на сковороде. Сначала поджарю, а потом хочу добавить сметанки и водички и потушить. Там, ну, лук, приправы разные. В общем, решили сегодня не в духовке делать рыбку, а потушить. Так что вот сейчас поставлю. Ой, спасибо огромное за ваши комментарии. Многие пишут, что Лена, выздоравливай скорее. Есть там, которые писали, что Лена, надоела уже, что ты про все время говоришь про болячки. Ну да, девчонки мои хорошие, знаю, что надоело, но раз у меня влоговый канал, да, я рассказываю то, что в жизни на самом деле происходит, вот поэтому. Ну, сейчас буду стараться поменьше болячек. Сейчас видео вышло про уборку там. Пишут, что спасибо за мотивацию. Некоторые пишут, да, что понравилось видео. Вообще, мои хорошие, напишите, что бы вы хотели видеть в моих влогах. Мне вот интересно. Готовку, расслабление, уборку. Да, вот обязательно напишите. Может быть, про косметику что-то показывать. Так, иногда вещи, конечно, присылают на обзор, мои хорошие, это понятное дело, что мне все равно нужно их показать, да, как бы, да, поэтому показываю, но показываю те вещи обычно, которые уже проверила, и которые я беру на обзор, вещи, которые там мне нужны, мне нравятся, да, вот очиститель недавно показывала, я уже его проверила, у меня уже подружки его заказали, тоже там мне нравится он, поэтому я его показала. Так что вот, мои хорошие, так что пишите, что бы вы хотели видеть в моих видео. Естественно, наверное, некоторые любят путешествия, но на самом деле, если честно, путешествия у меня мало набирают просмотры, не знаю почему. Вот когда на юг ездили, да, там было, конечно, много, а вот так куда-нибудь мы ездим, если там в Екатеринбург или в Курган, почему-то мало просмотров. Больше любят смотреть, когда-то, например, если я там с мужем поругалась, да, ну вообще я смотрю это на всех каналах, так модно, что ли, когда какой-то скандал, да, тогда вот такое смотрят, хорошо. Ну, у нас скандалов нет, там очень редко, когда бывает, ну, практически нет никаких скандалов. Все, что, например, муж помогает там делать по дому, там, это же стройка там, да, либо ремонт, либо когда мы из одной комнаты в другую перемещаемся, да, перестановки всякие ставим. Он рад всегда. Ему только скажи, он меня прямо сразу готов все переставить. Ой, сейчас вот сижу, думаю, надо шторы заказать, девчонки, шторы. Надо заняться этим, заказать шторы. И сюда надо, вот я имею в виду в столовую и в комнату надо, к Вадимкину, да. Вот. Еще раз ополосну. Вот. И не знаю, то ли на Wildberries, заказывать, то ли на Озон. На Wildberries такая проблема, что сейчас, ну, деньги берут, да, за возврат. Может быть, на Озоне уж тогда. У меня сейчас и на Wildberries забрали эту услугу. Раньше было можно бесплатно, без денег заказать. Это вот кто постоянно заказывает, да, что-то, наверное, такую услугу дают, что можно было оплатить потом, когда ты приходишь, да? Приходишь и оплатил. А можно было набрать несколько, да, сразу, например, три комплекта бы я штор набрала бы и выбирала бы. А сейчас надо за все платить, так что... Да еще за возврат потом платить. Так что, наверное, на Озоне. Посмотрю, напишите, девчонки, есть на Озоне шторы или нет, потому что я не видела.
Я не видела, честно, не видела. У меня скумбрия рыба. Мы как-то показывали, покупали потом. После этого Юра еще же ездил, еще тогда купил. Три огромные рыбины. Сегодня еще не наводила порядок здесь, на кухне. Думаю, приготовлю потом уж. Наведу порядок, потому что сейчас я муку буду вытаскивать. Мы любим обваливать рыбку в муке, иногда пишут там, ну, и рыбку обваливать в муке, и эти фрикадельки. Мне многие пишут, у нас Лена, зачем вы так делаете? Ну, нравится нам так. И рыбку тоже сейчас обваляю в муке, посолю в муке, поджарю чуть-чуть, минут 15, а потом уже добавлю. Потом добавлю, чтобы не пахло. Мешочек связываю, потом уже добавлю сметаны и водички. Так, а потом уже все это поставлю в посудомойку. Так, теперь мне надо тарелочку глубокую. Давно так, мне кажется, не снимала уже видео, не обещайте, у нас все заставлено. Как обычно, только прибрала и опять грязно, да. Ну, много-много вещей у нас тут, потому что никуда не входит. Иногда мне тут как-то девчонка тоже писала, девочка писала, ну что, Лена, у тебя же вроде много шкафов, почему все это не убираешь? Да нет, все полное, все полное. Так что этой пользуемся иногда, тосты делаем. Поэтому все тут под рукой. Так, что мне надо? Муки. Мне надо муки. Насморка. Чуть-чуть еще осталось, доложилось. Блин, я же говорила, что не буду на эту тему. Сейчас не буду. Капли надо купить. Я не знаю, какие купить капли. Там одна девочка вроде писала про капли. Надо пойти поискать этот комментарий. Вот. Купить надо капельки. Капельки в нос. Ну, как бы насморка самого нет, а вот внутри где-то там. Избавиться не могу. Тут хотела записаться. Ну, как вот об этом не говорить, если вот это... Вот меня это очень мучает. Хотела записаться на УЗИ колена. А как получается, УЗИ коленного сустава? Что вы думаете? Его делают только в одной поликлинике железнодорожной у нас. Это называется УЗИ Дубовка, вот которая делает сосуды головного мозга, головы, да, получается, сосуды головы делает, и вот она сосуды УЗИ сосудов колена делает, получается, да? Вот. Только она делает. Я опять звонила, я спрашивала, она говорит, нет, это все один врач делает, не попасть к нему. Нужно попробуйте позвонить на следующей неделе, там в 8 утра, может быть, будет место. В общем, мне уже звонят 3 или 4 недели, пытаюсь. За деньги, девчонки, за деньги невозможно записаться. Очень много, да, очень много. Народу. Всем надо это УЗИ делать. А у нас только в одном месте. Я не могу понять, почему... Вот кто делает УЗИ сосудов шеи, почему они не научатся делать сосудов головы, колена? Или эта аппаратура должна быть другая? Потому что, ну, как-то девочка там мне тоже написала, как-то странно, почему УЗИ сосудов шеи хоть где можно сделать? А вот именно головы и колено в одном месте. Ой, боже мой, так что... Что делать-то? Буду пытаться записаться. Я хочу все-таки сделать и колено, и шею, и головы уж все сделать. И чтоб не думалось. И пойти к неврологу. И невролог, кстати, я звонила, хотела записаться. У нас невролог. Невролог только по субботам работает. Видно, она где-то в другом месте еще работает. Вроде в поликлинике не работает бесплатная она. Ну вот. Ладно, все, больше не будем о здоровье. Надеюсь, у вас, мои хорошие, все хорошо. Вы, наверное, приходите ко мне отдыхать. А там мои, в общем, уехали
Юра поехал за Вадимкой, он гостил сегодня у бабушки, и надо в магазин было заехать, нам надо, у нас соль заканчивается, сахар заканчивается, что же я еще сказала, бананы купить, лук купить, не знаю, купит, не купит, вот. Соль заканчивается, так, тарелочки надо, не хватает. Не хватает. Ладно, все. Сейчас начну жарить и вернусь к вам. Поставлю. Мне надо поставить на этот сковородку поставить, включить. А еще мне сейчас надо почистить картошку. Ну или Кирилла попрошу, чтобы он мне начистил. И мы решили сегодня опять пюрешку сделать. Да, пюре, картофельное пюре с рыбкой. Вспомнила, я еще говорила, чтобы огурчики купили. Свежий огурчик нарезать, чтобы поесть с огурчиком. Вчера готовила гречку с говядиной, и все съели. Полная сковородка была прям сверху. Все съели. Что-то они там покупают. Сюда домой едут. Так, вот купили они у меня, приехали сахар, соль, огурчики и лук. Немножко лука. Скоро поедем закупаться, надо мясо у нас заканчивается, надо будет купить вот мясо, овощи. Я потом поеду уж и побольше всего возьмем. Кирюша тут у меня рядышком чистит картошку на пюрешечку. А я сегодня готовлю на новой на сковородке. У нас она в коробочке лежала так и долго лежала. Кирилл говорит, мам, давай доставай, будем пробовать. Купер Шеф, так вроде бы называется фирма. Рыбка уже почти готова, картошечку поставила варить. А сейчас выключу и добавлю сметану, перчик, пакет перцев у меня, и еще у меня лук зелененький есть, замороженный, добавлю потом сверху. Лежала, что-то у нас в коробке так и лежало. Давно она у нас появилась. Так, вот у нас, смотрите, написано здесь. Одна кастрюля, 6 способов приготовления. Жарка, выпечка, пассерование, жарка во фритюре, варка на пару, тушение. Равномерный нагрев. Работает в духовке и на любых варочных панелях. Вот в коробочке еще что было. Может, правда что-нибудь интересное приготовить. Все, поставила тушить. Минут на 15-20. Кроме репчатого лука еще положила зеленый лук. Сейчас закрою. Кирилл здесь мне помогает, картошечку взбивает. Да, пюрешечку. Здесь у нас рыбка готова. Сейчас будем накладывать по тарелочкам и ужинать. Мы сейчас будем садиться ужинать. Юра у нас уже быстренько поел. На скорую руку убежал на работу. А мы втроем потихонечку. И вот еще соль. С меня огурчики не солила. Хорошо? Все, всем приятного аппетита. Спасибо. Так, все, мы поели. Посуду помыли. У нас полная машинка. Все еще, видите, моет посудомойка. Дети так помыли тарелки сами. А сейчас тоже читаю комментарии, удивляюсь. Вышло видео про расслабление, про уборку. Там, ну, где я назвала видео там полный срач дома. И несколько там девушек написала, что Лена, зачем вы так приучать надо детей, а чтобы они все делали, и мужа приучать. Мои хорошие, я так понимаю, вы, наверное, на моем канале впервые. Кто смотрит мои видео, знает, что мои дети абсолютно все делают. И готовят, и стирают, и прибирают, и все-все полностью. Это для съемки видео я попросила, чтобы ничего не трогали. Как я такое видео сниму, если все будет прибрано, мои хорошие? Естественно же, многие так снимают про уборку, специально все разбрасывают и снимают. Ну, блин, как маленькие дети.
Я показываю, что у меня Кирилл, наверное, с 6 или с 5 класса готовит сам, прибирает все сам. Вадимка еще не ходила, а тоже помогал уж посуду мыть. Все делают сами, я все помогаю мне полностью. Иногда там... Я просто захотела вот именно поснимать такое видео, сама поснимать, сама поубираться, потому что реально надоело лежать, сидеть, и захотелось уборкой заняться. Так что вот, мои дорогие, нет, конечно, все помогают, все делают. Муж полностью все помогает, готовить делает. Все сейчас остынет у меня там. И уберу в холодильник. Юра завтра придет, опять утром поест. Ну, он обычно приходит у меня с работы, если в ночь уйдет, он приходит утром сразу спать. Потому что это спится и садится кушать. Все, я пошла тоже редактировать видео, сегодня снимала. На Бусти пошла редактировать. Мои хорошие, на этом сегодняшний влог буду заканчивать. Мы сейчас так хорошо поели. Сегодня будем отдыхать, пораньше ложиться, наверное, спать. Я вчера почему-то полночи опять не спала. Не знаю, что-то долго не могла уснуть. Про работу опять думала. Хочется больше работать, типа взять здоровье, чтобы много работать. Вот, мои дорогие. Ладно, все. Желаю всем крепкого здоровья, чтобы ваши мечты все сбывались. У меня вот мечта, чтобы было крепкое здоровье, чтобы можно было много работать. Вот. На данный момент только одно здоровье желаю сама себе и вам всем, мои дорогие. Желаю крепкого здоровья, потому что если здоровье будет, то все будет. Все будет у нас. Берегите себя. Пока-пока. Вас люблю всех. Пока-пока. Не забывайте подписываться на мой канал и писать комментарии. Пока.